Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня очередное и, наверное, последнее видео уже на тему шреддера. А конкретно, я думаю, интересно будет всем поклонникам и хейтерам самого шреддера услышать, что же о нем думают в Америке. То, что в России о нем думают, мы уже знаем. 50 на 50. Больше все, конечно, думают, что он химик. Но сегодня мы съездим по залам с вами и послушаем, что думают американцы об этом человеке. Я уже говорил свое мнение, что неважно, химик он или натурал, важно, что он поднял очень серьезную важную тему о том, что у нас с вами сейчас сильно испоганен мозг химическим бодибилдингом. И люди просто вообще перестали уже даже верить в какую-либо нормальную форму, в достижение какой-либо нормальной формы, в натурашку. Но это не так. В натурашку можно тренироваться и нужно тренироваться, можно достигать хороших, серьезных результатов. То, что большинство не верит в то, что он натурал, для меня просто смешно. Большинство просто не может, не хочет, не умеет тренироваться. Когда я только приехал в Штаты, я сам чувствовал себя сильно убого. Я заходил в зал и был шокирован, насколько много здесь больших, красивых людей, что мужчин, что женщин, парней, девчонок, реально в форме и реально которые не сидят на фармакологии. Конечно, здесь очень много людей, которые сидят на фарме, используют фармакологию. Но это выступающие спортсмены, здесь каждый второй выступает. А видели бы вы генетику черных парней? Реально, Рич Пиано прикалывался, но это действительно Олимпию нужно проводить отдельно для белых, отдельно для черных. Черные приходят, они уже в такой форме, их руки уже за 45 сантиметров. Еще до того, как они начинают тренироваться. Узкие талии. Конечно, у них проблемы в основном с голенью, но тело, корпус, ширина плеч за счет узкой талии, как смотрится вообще композиция тела, в общем, при больших бицепсах, то, чего хотят в основном молодые парни, приходя в тренажерный зал. Я специально не буду переводить вам видео, о чем говорят, о чем говорили американцы. Посмотрите вы сразу, все равно сами поймете. Интересно эмоции, интересно восприятие того, как они тоже воспринимают шреддера, его форму. Никто не был поражен его формой, сразу скажу, именно с точки зрения массивности. Да, многих тоже вызывало удивление его рельефность, дефиниция, то, насколько он прорисован, то, что он постоянно в такой форме. Но большинство все-таки верит в то, что можно достичь такой формы, тренируясь в натуральную. И не так сильно людей впечатляли и его силовые показатели, хотя многих сильно удивляли. Меня тоже удивляют его показатели, я уже вам говорил, действительно очень сильный парень, но я знал много людей, особенно стронгменов, пауэрлифтеров. Вот мой друг недавно, покойный Юра Вартабедьян, приезжал, рассказывал о своих силовых показателях, которые он достиг в жиме лежа, в приседаниях, в тяге, еще даже не зная о фармакологии, даже не нюхая фарму. Многим из нас, ребята, такие показатели даже на фармакологии не доступны. Мы никогда даже не приблизимся к таким показателям. Поэтому не нужно себя как-то ограничивать. Действительно, мы с вами сейчас находимся в очень невыгодном положении, в принципе, вся планета Земля. Уровень тестостерона, я уже не раз говорил, в два раза упал со Второй мировой войны. Естественно, нам сложнее набирать мышечную массу, быть сильными. Но есть такие уникумы, у которых
уровень тестостерона довольно высок, но на самом деле это обычная нормальная норма, какая и должна быть. Ну что, погнали по спортзалам и будем допытывать американцев, как они воспринимают Шреддера. Let's go! What do you think about this guy? He natural or used steroids? I think that he used steroids at least once in his life. That's for sure. It can be either steroids that helped him to shred and build muscle, because the way he has striations is really rare for someone natural to achieve. He's very shredded for natural one. And I would say also his chest and maybe shoulders kind of give an idea that he could use that. So I'm in doubt, but I would say that I'm almost positive he used something at least once in his life, like that he was at least on one cycle. Thank you very much. Держи, чтобы были мы в кадре видны. Хорошо? Look, all Russian internet, this guy says what he never used juice, what his natural. He says about it. More people not believe him. What do you think? He squats 500 pounds for 5 reps and deadlift 2. What do you think? It's possible natural or not? Yeah. Good. Very good. Beautiful shape. He's natural. What is natural? His peak. Wow. Not all. Not think it's true or not. Wow. I want what American guys think. Okay. You think natural? Yeah. Thank you, Thiago. Okay. Thanks so much. What do you think, girls? Hello, let's go. Use juice or not? I don't know. No, what do you think? Let's see. I think yes. Yes? You? No. No. Thank you. I have one question. No. What do you think? This guy says what he works out without juice. What do you think about it? Because more Russian people not believe. He squats 500 pounds, 5 reps, and did this. It's possible, but he worked more than I would think it's possible. Remember the world's strongest man, Mariusz Pudzianowski? He was a 5-time world's strongest man. He was also the leanest. He was like around 12% body fat. And he was a very small, strongest man. Mariusz is juice. Yeah. It's possible. Yeah. But it takes time. If you do it correctly, anything's possible. Thank you. No problem. One question for you. What do you think? This guy, Russian bodybuilder, says that he never used juice. What do you think? It's possible or not? He squats 500 pounds, 5 reps, and the lift. What do you think? It's possible? No. What do you think? Because more Russian people not believe him. Yeah. It's crazy. It's crazy, but possible. Yeah? No. What do you think? I don't know. Yes or no? No. Why? It's very sweat? Yeah. It's crazy. Okay, thank you. Yeah, you too. Okay.
He squats 500 reps uh-huh. and deadlift 2. Uh-huh. What do you think? More Russian people believe, more not? Let me see. There is a possibility that he could be natural if he has... He worked out more than 20 years. Yeah. There is a possibility because of if he's worked out for 20 years and he has, of course, the muscle maturity that he has and the size, if he's been working out for 20 years, assuming mm-hmm. he's very dedicated, and genetics play a big role. Yeah. Maybe if his testosterone may be natural. And he's not very big, yeah? He only shred. Correct, right. Yeah. That's why it can give me the impression that he could be natural, because his arms aren't too big. Big? And, but I would like to see his back to see the traps, because you cannot grow traps naturally unless you're God-given good genetics. What do you think? It's natural or not? I want to say 50-50. He 50-50? He could be using Anabar, and you're never going to notice if he's natural he or says not. Never use you know, juice. You can use testosterone, and then once you come off, your level comes back to normal when you PCT. So it can be 50-50. And remember, you can build your body. I think yes. Yes? Yeah. You can build your body. I think so. You can build your body and then maintain it without using ever again. But that doesn't mean that he's natural. He used something to get to where he wanted, and he maintained the most he could. Mm-hmm. In Russia, more guys who use juice uh-huh. not believe. Who natural uh-huh. believe. Yeah, well, the natural people will always believe because they want to feel like they can accomplish this. See, I'm natural. I know. Yeah, so I think so. Thank you, guys. It's achievable. Good workout. Thank you. You're welcome. Hi, Tiago. Hey, what's up? How are you? What do you think? This guy's natural or not? Well, he's very, like, you can even see the fibers of his muscle. He says what he never used juice. He squats 500, five reps, and deadlift 2. So what about his food? Because he might be super like radical with his food, as to veggies and raw food and meat or whatever it is. But it's hard to believe, but it's possible. Thank you. Yeah. What do you think? It's true? It's can or not? Nah, at least number wise, you can squat that amount. Like, for example, I got the squat record in my school, so it's possible to move those numbers. But just looking at his pictures, his striations, the way that, you know, he's dried up, there's no way you can reach that. Very shred? Very shred. But he not very muscle. He only shred. But to reach that definition, it's kind of hard to very reach definition? That definition. Yeah. It's only diet, no? Huh? It's only diet, no? Yeah, dieting, you can make it, but just showing how defined he is in certain spots in his body, like his chest. Look at all those striations mm-hmm. in his chest. You know, his obliques, very, very defined. You know, for somebody that's not using anything, it's kind of hard. Okay, thank you, man. All right, you're welcome. Think it's possible or not? You don't think so? 500 pound squat. That's a lot. Natural? That's hard. It's hard to believe, but I want to. But give he worked out more than I 15, give him the benefit. 15 years. I want to give him the benefit of the doubt because I feel like he looking, he's hard. He's never very muscle. He's very definition. He has a good physique. Yeah. Maybe it's good genetics. Maybe. Because I'm genetics. You're very genetics cool genetics. But I can't squat 500. Show biceps. I can't squat 500 pounds. I don't know about that. 500 is, I don't know. That's tough. You tough. Can't believe, yeah? Nah, 500 natural, I don't know. I'm not sure. 500 with juice, I could believe. Yeah, with juice, with juice believable. I could believe. But I know people who strongmen, who powerlifting,
he very strong before start juice. Yeah. Okay. Need good genetics. Maybe he. Maybe his genetics like very good. Yeah. Who sure. knows? I gotta see this guy in person. Yeah. Okay. Thank you, guys. You're welcome. You're welcome. Here you go. No, I don't think so. Why? He just. I don't know. That just. He just looks like. Looks like it would be difficult to do without taking something. Yeah. Okay, thank you. But like plain natural, like without supplements at all? He says like what only food. He now he don't drink protein, only creatine. Only he don't like BCA. Okay, but creatine is not plain natural. Yeah, anyway, yeah. So yeah, he says what he never use steroids. Okay. But he only natural. I know him. He not very big muscle. Okay. He very shred. He's very shred. Yeah, very yeah. separate. Russian people, 50-50. Okay, I got it. Who can? Oh. Who can? Okay. First of all. Nice meeting you all. My name is Silasmore, for those who don't know me, but I truly believe that being like this without any supplementation, any illegal drugs or anything like that is possible. I truly believe it is possible. If you train hard every day, if you eat well every day, it is super, super hard. But I truly believe there is a chance, but it's super hard though. It's super, super hard. But if he uses any kind of creatine or protein or something like that, it's not completely natural, you know? It's just not natural at all. I mean, if he does use creatine or some powder, there is some substance, you know? But, well, congrats for him if it's natural though. But, thank you very much. Ну что, друзья, как мы видим, мнения, в принципе, как и у россиян, разделились примерно 50 на 50. Что интересно, что в тех 50%, кто больше не верит, больше людей, которые сами используют фармакологию. А те, кто верят, люди, которые фармакологию не используют. Но, чтобы закрыть уже раз и навсегда данную тему, неважно, химик Шредер или натурал. Важно то, чтобы вы верили, что нужно и можно тренироваться без применения фармакологии. Особенно, если вы не собираетесь выступать. Особенно на первых шагах. И особенно это касается, если вы молодой парень. До 35 лет даже не стоит задумываться о использовании фармакологии. Вы можете и должны тренироваться самостоятельно, развивать себя самостоятельно без применения фармакологии, если, конечно, у вас нет каких-либо патологий и рекомендаций лечащего врача к применению той или иной фармакологии. Не забывайте, что первые годы тренинга вы должны посвятить становлению именно базовой силы. У меня есть статьи, которые называются «Ступени», и они будут в описании к этому видео. Посмотрите, почти на 2 года расписаны первые шаги, как нужно начать тренироваться. Что еще хочу сказать, о чем говорили американцы. Я специально не переводил, чтобы вы видели чистые эмоции, о чем они говорят. В основном они говорят то же самое, что и наши, что такой дефиниции, такой сепарации невозможно достичь без применения фармакологии. Я вот здесь как раз таки не согласен, потому что при серьезном, хорошем силовом тренинге и грамотной диете, что в принципе Шредер и делает, это вполне реально. Повторяюсь, у Шредера не такие огромные мышцы, чтобы говорить о применении фармакологии. Единственное, что меня смущает, это его силовые показатели. Но опять-таки, 250 приседать на 5-6 раз, это очень серьезно. Говорю по себе, потому что у меня нету такого результата. Я максимум, наверное, присяду там 1-2 раза на 250. При том, что стаж тренинга у меня больше, и я не скрываю это, я раньше
использовал, применял фармакологию. Не так много, не так часто, не постоянно, и большую часть своей жизни я, естественно, формировался натурально, но все же факт остается фактом. Стоит на это обращать внимание. Еще, что говорит в пользу того, что Шреддер не применяет фармакологию, это посмотрите, как меняются его мышцы, когда он напрягается, чего нет у тех, кто сидит постоянно на фармакологии. А чтобы быть в форме такой, как Шреддер, как вы говорите, постоянно в такой прекрасной форме, это значит, что он должен постоянно сидеть на фармакологии. Нет, те, кто сидит на фарме, их мышцы практически не меняются. Посмотрите на олимпийцев. У него что банки на руках, в расслабленном состоянии, что он напрягается, практически не меняется размер мышцы. Да, меняется сепарация, но размер мышцы остается такой же. Поэтому, друзья, давайте закроем этот вопрос и будем продолжать тренироваться, верить в то, что можно и нужно тренироваться натурально. Еще о чем я хотел бы сказать, с чем я не согласен, и многие специалисты тоже не соглашаются, это глупо натуралу тренироваться 6 раз в неделю по 3 часа, как это рекомендует Шреддер. Вам настанет полная жопа, и вашей эндокринной системе вы загоните себя в жесткий перетрен. Вы потеряете со временем интерес к тренировкам вообще, потому что психика не выдержит просто. И не забывайте, что растем мы именно когда отдыхаем. Также не думайте, что нужно тренироваться в отказ. Отказ и развитие силы – это разные вещи. Смотрите мои ролики, я об этом постоянно говорю. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока! We'll be right back.